Донской волк. Ну что, выбирай себе по размерчику. Кого? Никого, а что? Что? Ну, нимб, естественно. А, беру все. Что значит беру? Они не берутся, они светятся над головой. Или светит, или не светит. Светит же, значит светит. А ну? Ты говоришь, не светит. Поворотись, сынку. Светит, светит. Поворотись, сынку. Вставай хоть на месте. Спокойно. Светит, светит. Он больше у тебя похож на тюбетейку, ты знаешь? Сдвинутую на бок. Не надо мне тюбетейку. Ладно, еще, наверное, не дорос. Дорос, дорос. Ой, испугал. Такого ночью встретишь. Они нас скоро будут либо мочить, либо охранять. Одно из двух. Вряд ли. Мы им уже так надоели. Мы уже сами себе так надоели, что мы друг друга видеть не можем. Вот такое придет, и что ты с ними сделаешь? Все только переписываются смс-ками и долбят эту клаву с утра до вечера. Сидя рядом. Ага. Друг с другом. На одной лавочке. Он еще один, но маленький. Да? Железный человек. Вот такие амазонки нас охраняют. Да. Вход и выход. Сразу. Я думал, здесь техника, это одежда, да? Это одежда, да. Какие-то симуляторы. Интересно. Это все игрушки, дорогие друзья. Для маленьких и для взрослых. А меч? Настоящий. А меч-то железный. А сталь дамасская? Ну, да. Ясно. Смотри, какая красивая. Светильники красивые, переливаются. Да. Думал, здесь техника, но здесь... Самое интересное, что на улице дикая жара, здесь дикий холод. И открыты настежь двери, посмотри. Да. Я в шоке. Миша, не экономил, что ли? Да. Ну, ты же слышал, как он орал на всю, весь этот магазин? Закройте дверь за собой. Вы чего дверь не закрыли? Видел? Слышал? Ага. Сейчас закроют. Бежит закрывать. Ага. А скамейки с подсветкой ты видел? Нет. Еще меняют свой свет. Thank you.
пойдет.